Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стуканов, Краснодарский край. У нас вчера копал трактор, в общем, провели нам воду. Трактор копал с той стороны, а я копал с этой стороны. Место бывшего крана здесь. Я решил, что я сюда не докопаю, мне не до этого. В общем, прокопал сюда. Ну, на самом деле нету разницы, там или здесь кран. Вот этот забор мы будем сносить, вот это все, куст это вырежем, когда дойдут руки, если они дойдут. Надеюсь, что дойдут. И доступ к крану будет прям по прямой отсюда. В общем, напор воды, во, огонь. Теперь хватит нам и в тонну набрать, и в летний душ. Туда просто не добивала мощность струи. А я сейчас огнебиозащитой обрабатываю мауэрлат. Мы вот позавчера привезли доски 50 на 200, сухие. Вот. И надо два слоя обработать. Штука-то токсичная. Поэтому я в перчатках и в этом, в наморднике. Даже вот сейчас идет запах. Но зато никаких жучков не будет. Второй слой пройду, сложу. Завтра буду снимать опалубку. Это уже будет... четвертые сутки. Надо, конечно, минимум 5. Вот. Но я так смотрю. То, что у нас доски в пленке, это хорошо. То есть влага никуда не девается, там бетон крепчает. Ну и как бы время поджимает, мало ли, дожди пойдут. Надо делать, работать. Ну и что, друзья, у нас вчера ветер, сегодня ветер, сегодня вообще сильнейший ветер, деревья ломает. Конкретно эту черешню уже 5 веток я насчитал сломанных. Одну я уже отнесла копченому. Вот одна. Вон еще там висит наверху. О, видишь какая? Да. Надо ее убирать. Копченому отдали, и там еще сверху... Розу еще у меня он это положил ветер. Бельевая веревка с бельем. Порвалась. Порвалась, да. То есть, ну, я вообще наверху стою, там опалубку снимаю сегодня целый день. Меня сдувает с лестницы. Сейчас пойду покажу, кстати, как выглядит армпояс. Я доволен, в принципе, нашей работой с Димой. Ни пустот, ничего нету. Не, ну это хорошо, конечно. А как потом забирать у них? Они если... все съедят. Что, не даже надо. Это... Я уже давала, ничего не осталось. Надо подальше туда. А где палка-то, ветки? Все съели. Под корень, что ли? Да, кидай подальше туда. Вот вам пальма, друзья. Они кирпичи грызут, а ты говоришь, что ну, с палками. Это понятно. Не да. Осталось ничего. Все перемололи. Ну ты представляешь, так свинью. Вот если он перепрыгнет, он сожрет все. Да. И курей сожрет все. Да, порыв ветра такой. Пойдем, армопояс покажу. Да, сейчас я розу покажу свою. Не могу понять. Тоже сломала ее. Она сломалась? Сломалась. Просто вывернула. Нет, сломалась. По-моему, ее вывернула. Вот отсюда она растет. Вот. Вон перелом, вон, ай, вон сломалось все. Ну, я попробую ее подвязать. Да все там. Жалко, ай, черт. Жалко, ну что поделаешь. Это же даже здесь, между сараев, между загородок, и все равно ветер сюда достал. Да. У нас, кстати, вчера вискас поймал слепыша. Вот такого где-то. В общем, съел он его, и осталась от него голова и задние ноги. Все. Да, так что... Вискарик молодец. Ну вот так выглядит. А палубка, вот эту внешнюю 50-ю доску я снимаю. Снимать ее боязно одному. Потому что можно не удержать. Вот это все. Кроме вот одной, вон той доски. И вот той. Это с внешней стороны. Вон оттуда я снял.
А остальные это все внутренние. Сколько досок. А вот это покрашенное, это уже Мауэрлат лежит. Вот он пойдет вот сюда. Вот так же 200 будет. Ну так ровненько. Я думал, где будут у нас пустоты. Нигде нету. Отлично, гладенько. Вот эти полоски, это от пленки. То, что у нас доски в пленке, это нормально. Вот, вот это от перемычек. Это все зашлифуется. Бетон вот 4 дня как залили. Вот это у нас неровности. Это когда вот этот участок мы начали заливать с Димой. И у нас пошел дождь. То есть вот где-то отсюда до сюда был дождь, вот даже видно. И мы в спешке накрыли пленкой, и вот где-то продавило. Но это ни на что не влияет. Бетон, я вам скажу, крепкий. 4 дня всего. То есть ему месяц надо схватиться. А тут 4 дня, он уже отличный такой. В общем, я доволен. Никаких пустот, ничего, все четко. 2 дня поливал, точнее 3 дня поливал. Сегодня уже не поливал. Сегодня целый день ковыряюсь. Следующий этап — это Мауэрлат. Потом балки. 15 штук потолочные. Потом коньковый прогон. И стропила. Вот так. А потом обрешетка. Ну и, соответственно, покрытие крыши. В Краснодаре тепло, а у нас предгорье. День в майке, день в фуфайке. В Краснодаре тепло. В Москве тепло. 25-27. А у нас вот сильные ветра уже третий день, а сегодня с дождем. Посмотри, как тучи идут быстро. Да. Это мы еще в низине находимся. Что там сверху творится, я не знаю. Да, но самое интересное, что туча над нами только Черкесск, Псибай, а в Армавире нет дождя. Почти лето, а я в зимней куртке, в капюшоне. Да, так мало того, мы сейчас еще печку будем топить. Дровишки поколол, да, сейчас будем топить. Материал упаковали, то, что было тонкое, занесли в мастерскую, чтобы не мокло. Да, вчера еще убрали вон там внутри весь мусор, все клеенки там, то, что с досок осталось. Вот не успели доубирать, уже в темноте все было. Вот, ну так, основное все убрали. И вчера у нас была монотонная работа целый день. Алика палку откручивал. Сколько ты саморезов выкрутил вчера? 4 коробки. Да, а я 1 000 000 скоб сняла с досок, которыми крепили полиэтилен. Сейчас поедем искать рубероид толстый. Не вот эта вот тонкая бумага, как пергамин. Почему-то здесь толстого рубероида я не вижу в магазинах. Ну вот смотри, как бумага. Ну да. Такой я хочу под Мауэрлат потолще положить. Ну, в это в отрадной поищем. А это тонкий слишком. А если не найдем, то что делать? Придется ехать в город куда-то. Есть на Озоне, но там, ну, надо щупать. То, что тебе пришлют, это может быть не то. Ну, вроде технониколь нормально, если на Озоне. Они есть. Разные есть. Технониколь есть тонкий, толстый, РКК, РКП, там, в общем, надо лично присутствовать и щупать, чтобы был толстый. И желательно, чтобы без крошки был. Потому что крошка не нужна. Это же будет тут на него деревяшка ложиться. Поедем искать. А это кашка. Первый раз, наверное, за месяц или за полтора. Так мы каждый день яичницу едим утром. Но сегодня решили кашу. Надо разнообразить. Да, и, кстати, вообще я люблю больше яичницу, но так как соскучился по каше, прям сегодня рад. Я уже предвижу комментарий. Алик, почему в куртке за столом сидишь? А потому что мы на улице, друзья, на улице, понимаете? А на улице сколько? 11 градусов или там, сколько? Может быть, сейчас 3, глянем. Может, 12. Ну, тут теплее под навесом чуть-чуть, на улице попрохладнее. 14. Да. А вот это куча саморезов, что я вчера выкрутил. Их еще не совсем рассортировал по коробкам, по размерам. Чтобы потом мне было легче. Вот вчера сверло тоже купили. Будем сверлить Мауэрлат. Я вчера убрала все со стола. Мы же что-то там приносишь,
складываешь на стол, складываешь, складываешь. Ну, думаешь, временно, и оно лежит. Я вчера все убрала со стола. Смотрю, горка растет опять. Раз горка саморезов, вторая горка саморезов. Ну, у меня тут сортировка идет. 45-е, 51-е, 55-е, 75-е, 110-е, 100-е и 120-е. Вот так. И все это надо по коробочкам разложить, чтобы был порядок. А это вчера Алик купил, ну, для мануалата крепить. И опять на стол положил. Ну, это потом потихоньку будет все убираться. В общем, ну, а куда еще от дождя убрать? Он мне обещал все убрать. Надо проконтролировать, чтобы ты все убрал. Все будет. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Сейчас по завтракам, наверное, поедем, да? Да, в такую погоду ничего не поделаешь, только... Я сегодня 5:30 проснулась утра. Слышу, капает дождик. Потом такой сильный порыв ветра. Думаю, не, буду спать дальше. А сейчас небольшое объявление. К нам обратилась подписчица. Она ищет жилье в Краснодарском крае. Если кто сдает, вся информация с ее данными будет в описании к этому видео. Мы сейчас в станице Советской. Ехали мимо, заехали перекусить в кафешку. Ездили мы за пополнением в наше хозяйство. И такая картина тут, посмотрите. 6 собак. Наверное, питаются тут, ждут, когда им вынесут еду. Вот, а это станица Советская. Покажем вам немножечко, поедем. Все, едем домой, как и обещала. Поверните налево. Показываю вам кусочек станицы Советская. Кстати, поели мы недорого и вкусно. Мы взяли 2 борща зеленых. Поверните направо. Потом 2 котлеты, 2 гречки и бутылочку воды 0,5. 450 рублей с нас взяли. Я Алику говорю, в Москве, наверное, только один бургер в Макдональдсе дороже стоит. В общем, наелись, сытые, довольные, движемся дальше. Но нам эта станица нравится с Аликом. Он говорит, я бы вот тут жил. Ну, если бы, например, выбирали бы мы где-то жилье, да, там, то станица Советская вполне хорошее место для жизни. Тут, в принципе, тут все есть. И светофоры, и Магнит, аптеки, и больница есть здесь. Ну, соответственно, детские сады, школы, я уже молчу. И маслозавод здесь, и молочный завод. Я, кстати, когда-то покупала продукцию, молоко покупала Советское. По-моему, оно так и называется, Советское, вот отсюда. Вот. Ну, чистенько, культурненько, нормально так все. Хорошая станица, она большая-большая. Наверное, больше, чем Отрадная даже, да, Алик? Не уверен, но она такая более тихая. И, кстати, тут до Армавирова, по-моему, 18 или 20 километров от Советской. Рядом Армавир. Ну и, соответственно, от Армавира до Кропоткина, наверное, километров 50 примерно. Так что все рядом. И трасса тут рядом, вот Кавказ, которая трасса идет в Чечню, в Дагестан, туда. Ну и на Минводы. И на Москву. И на Москву, да. Так что вот, ну мы сейчас окраиной какой-то едем. Ну а так, когда поворачивали мы направо, слева был такой Магнит большой, аптека рядом была. Вот, погода дождливая, пасмурная. Ну, у нас, по-моему, дождя нету, закончился. А вот в Армавире недавно был. И, кстати, много деревьев, веток тоже поломанных валяется на дороге, на трассе Кавказ. Люська, на вот. Да одну бери, одну уронишь. Держит, держит.
А, уронила. На. На, на, Люсь. Да вот, набери. На. Чего, снежок? На. А вот и наше пополнение. Ну. Кто это? Ну-ка угадайте. Что за живность такая? Индийский бегунок. Да. Это утята индийский бегунок. Вот вода, пей. Вот вода, пей. Пей воду. О. Взяли 4. Им 2 недели. Стоили они 350 рублей за голову. Если кому-то интересно. Вот такие. Вот этот только маленький какой-то, один. Ну. Ну расскажи про это утка-несушка. Они способны нести в год до 360 яиц. И они похожи на пингвинов. Прямоходящие утки. Такие прикольные. Да. Они вырастают небольшие. Взяли мы их скорее так для красоты. Для души, для хорошего настроения. Да. Они прикольные. Сейчас я им принесу поесть, попить. Смотри, стоит как. Вот. И на ночь мы им лампу повесим, чтобы они грелись, если холодно будет. Да, и пока будут, у них пера нету. Пока с адлерскими цыплятами они будут. Я надеюсь, они их не будут обижать. Но если будут обижать, придется их пересадить. Да. Вот, они устали, походу. Что-то, сколько они ехали, короткие, да, в машине? Ну да, ехали. И у них интересные клювы такие, смотри, покажи. Да. Вот тут. Вот, они длиннее, чем у обычных уток у них. Клювы. Смотри, этот что-то садится. Устал, что ли? Черненький. Не его ли он шлепнул? Не знаю. В коробку кинул. Но он бросил тогда его. Вот. Ну, надеемся, что нормально они вырастут. Они к 2 месяцам уже должны быть большие. Довольно-таки. Старые. Да. Ну все, друзья. Видео получилось, наверное, коротким. Но погодные условия, нормально, так сказать. Да, он... у нас на этом все. Спасибо, что посмотрели, что были с нами, что лайк поставили, написали комментарий. Все, всем пока.